Между Стамбулом и Брюсселем протягивают культурные мосты. Турецкий кларнетист Рамазан Сеслер выступил с концертом в консульстве Бельгии в Стамбуле под эгидой агентства Hub Brussels. А в конце апреля музыкант, который родился в европейской части Турции, Фракии, приедет на фестиваль «Балкан Трафик» в бельгийской столице. Kendi müziğimizi cazla buluşturuyoruz. Onlarla birlikte müzikler yapıyoruz. Böylece daha keyifli olmuş oluyor. Yani farklılık katıyoruz böylece. Müziğimize farklılık katmış oluyoruz. Стамбуле множество музыкальных клубов. Среди них знаменитый Babylon, где можно открыть для себя современные тенденции. Группа «Электро Хафиз» родом из Стамбула. Она играет электронную музыку, в которой смешивает несколько стилей и получает, по словам ее участников, невероятную смесь турецкой психоделической музыки, фанка и грува. Don't try to mix the East and the West. Just we listen so much Eastern music, we listen to so much Western music, so that's what we make. It's so natural for us. It just comes from our hearts. We are not planning it or so structuring it, no. Right? No. It's what it is. Электро Хафиз – современное лицо стамбульской музыки. В песнях группы можно услышать как традиционную для западного рока электрогитару, так и восточные инструменты, похожие на лютню электрический саз, барабан в форме кубка дарбука и пальцевые тарелочки сагаты. Как и Рамазан Сеслер, Электро Хафиз выступят на фестивале «Балкан Трафик» в Брюсселе.